Всем привет! У нас сегодня в обзоре горнолыжные маски от фирмы Джульба, модель под названием Протон. У нас имеется огромное количество всяких цветов, о которых мы сейчас с вами и поговорим. Модель Протон – это легкая, удобная горнолыжная маска, адаптированная к особенности детского лица. Форма обеспечивает широкий угол обзора, что позволяет рассмотреть все детали трассы. Высокопрочная оправа анатомической конструкции изготовлена из высококачественного пластика, обладающего повышенными водоотталкивающими, дышащими и износоустойчивыми свойствами. Устойчивая к царапинам и механическим повреждениям, поликарбонатная линза Spectron 2 и 3 категории предоставляет максимальную видимость при любых погодных условиях. Кроме этого, фотохромное покрытие позволяет менять окраску на солнечном свете. Хочется обратить ваше внимание, что в данной модели имеется двойной слой пены, который обеспечивает плотное прилегание, а также хорошую вентиляцию, что вместе с противотуманным покрытием предотвращает запотевание линзы. Регулируемый силиконовый ремешок гарантирует точную подгонку под нужный размер, что исключает сползание изделия во время активных движений. Также данная модель идет в комплекте с фирменным чехлом для хранения и транспортировки данной горнолыжной маски. Помимо линзы Spectron 2 и 3 категории, у нас еще имеется линза Spectron 1 категории, а также 2 и 3, но в другом цвете. Более детальная информация находится на нашем сайте. И не забывайте, отправляясь в путешествие, не забудьте взять с собой только качественную продукцию. Огромный выбор всего имеется у нас на сайте mandrivnik.com.ua.